Привет, ребят. Мы в Черноморском. Давно просили вы показать, что тут весной происходит. В настоящий момент. Ну вот, собственно, идем гуляем по парку. И еще тихо, никого нет. Сегодня второй день пасхальной недели. Народ спит. Ларьки там еще все закрыты, которые торгуют всякими штучками, сувенирчиками там и так далее. Везде распустились нарциссы, красота, все белое-белое. Где-то желтые нарциссы. Машинки можно встретить в любое время года. Эти машинки, они всегда работают, практически. Даже в Новый год, точно. Табличку «Я люблю Черноморское» так и не сделали. Тут готовятся открыть какое-то кафе, вероятно. Летняя площадка. Фонтан не реставрировали, весь он какой-то побитый, замученный. Лампочки выпали, ступеньки тоже все пооблизали. Территория баров и летних площадок. Ну и как обычно, по традиции, проходим мимо дома вверх дном. Ты была там? А я был. Прикольно, необычно. Ставлю кадры, покажу. Так вот идешь вверх ногами. С детьми до 4 лет включительно, бесплатно, до 14 лет включительно, 250 рублей, взрослые 300. Это очень необычно, ходить по потолку. Прошла Пасха вчерашняя, воскресенье. Бутылки, битые яйца. Нормально. Потеплело, но у моря очень прохладненько, кстати. Сейчас сходим к морю, сейчас потрогаем водичку. Но чувствуется, что холодно, прям тянет холодком от воды. А вчера стоял прям такая стена из облаков. Тучи. Так сейчас поставлю тоже кадры, посмотрите. Особо ничего не происходит, все как было, так примерно и остается. Голубь замер, смотри, такой думает, что же делать? Так поклевать, побежать, лететь или не лететь? Вот в чем вопрос, лететь или не лететь? Нет, бежать. Полетели. Из области Стильчукчи, Коля, тебе привет в этом плане. Холодная? Ледяная, да? Не ледяная. Ну какая красивая, смотри, вообще класс. Шикарно, чистая. Люди повыходили к морю. Корабль, да, красивый. И я потрогаю водичку. Ой, ну прям холодненькая. Настолько чистая вода, что, мне кажется, видно каждую песчинку, да? Просто идеально чистая. Кто-то вещички забыл. Вчера, видимо, купались. И ушли. Пацаны, не холодно, нет? А вы купались? Да. И как водичка? Ну вы молодцы. Вот так вот мальчишки уже сезон открыли, загорают. Но ветер с моря прям холодный. Вода еще холодная, и поднимается этот холодный ветер от воды. Потому что так-то градусов 18, а у моря, ну, по ощущениям, 12, да? От этого ветра холодного. Праздник прошел. А вот бутылки все остались. Зачем бросать, да? Ну, неужели нельзя выкинуть? Где мусорник? Вот скажи. Не знаю, я не могу. Короче,
чистый пляж. Кто-то, блин, редиска. Нехороший человек. Делайте так же, пожалуйста. И будет чисто. Пройдемся по новой набережной. Тут пока еще все закрыто. Не, ну прям кайф. Ну прям красиво. Кто-то подготавливает, кто-то красит, кто-то белит, кто-то убирается. А так в целом все как было, так и есть, все хорошо, все отлично. Море на месте, набережная на месте, люди тоже на месте. ВСК продолжает стройку, тут сейчас площадочка приводится в надлежащий вид. Будет укладываться тоже плиточка тротуарная, уже щебень крупную фракцию засыпали. Выровняли так, чтобы было ровненько площадку. Очередной объект тоже поднимается. Итальянской деревни. Строят быстро, хочу заметить. Я был 2 недели назад и прибавилось 1,5 этажа. Если по моим наблюдениям, примерно так. Не помню, как называется этот объект. Это один из самых дорогих, насколько я помню. Во-первых, это первая линия к морю. Для тех, кто не видел, напоминаю, примерно вот так это будет выглядеть здесь. Вот сейчас строится конкретно вот эта часть. Вот эта часть сейчас строится. Название я не помню. И вот так оно выглядит сейчас. Уже. С другой стороны, то есть вот за этим забором, будет то же самое, только вот эта сторона. Теперь вот эти вот объекты, которые стоят, уже готовые, да? Повыше подниму. Вот им сейчас не повезло, вот с этим строением. Потому что у них весь вид на море пропал. А был вид на море. Печаль. Очень странное решение делать скамейку, лавку. Вот с такими вот прорезями. Для чего? Кто мне скажет? Это экономия в производстве просто такая? Или как это правильно называется? Ну, мне кажется, это совсем неверное решение. Оно будет поломано все, потому что вот тут вот тоже видно стыки, тут стыки, везде стыки. То есть эта лавочка недолговечная. ВСК, это вам минус. Никогда не обращал внимания, а здесь даже крестики сделаны на заборе. Возле этой часовни. Здесь как-то временно немножко притормозили, хотя делают перегородки из газобетона. А вверх пока что не поднимается больше. Зато здесь получается уже красота. Смотрите, как преобразовалось внешне. Этот объект прям преобразился за последние дни. Близко, скажем так, к завершению. Конечно, такой вид как бы урбанистический. Не могу сказать, что похоже на пляжную недвижимость, да? Как-то строго, строго. Эти кубики, белые балконы, эти непонятные. Ты разбираешься в стилях, это хай-тек? Ой, да, я не знаю. Ты просто так это сейчас сказала? Я не знаю, что это, хай-тек, не хай-тек. Не знаю, по мне так муравейник. Чисто муравейник. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Мне кажется, что-то должно быть как-то более симпатичнее. Кубики, кубики, квадратики, все это, ну, смотрится. Здесь будет то же самое. Так же будет. И будут эти каменные джунгли снова. Тоже практически готово.
Эта сторона, я так понимаю, лифтовая здесь должна быть, скорее всего. Здесь что-то все разрушили. Но это, видимо, коммуникации из-за этого. Здесь то же самое, тоже разрушены трубы. Да, ведутся коммуникации. Собственно, ребят, вот и все. Прогулялись немножко по парковой зоне. Возле моря прошлись. Показали вам Черноморск. А сегодня вы просили, держите копилочку. Пишите, комментируйте, ставьте. Сами знаете, что ставить и куда. Конечно же, вверх. Кто хочет поддержать канал, поддерживайте. Спасибо вам большое за это. Если что, ссылочки все в описании под этим видео. Всем пока!